Ну да, собирают, конечно. Особенно летом. Чик. Доступ в интернет возобновлен. Храните деньги в сберегательной кассе, вернее, банке. И если они, конечно, у вас есть. По Дону гуляет. Ага, Парагвай. По М4 Дон едем. Приезжаем направляться только туда, где нам рады. Вернее, нашим деньгам, конечно. Лично мы кому нафиг нужны? Даже себе не всегда. Ключу, конечно, детям нужны. Если опять же у кого они есть. Километровые спуски и 200 километровые подъемы под Ростовская область. На фурах, ребята, в горке пытаются набрать скорость, чтобы подъем потом нормально войти, а некоторые чайники на легковых подсаживают. Не делайте так. Thank you.
камень стерпен. И новая платочка тут образовалась недавно. Турки 5 по гробам, прямо в город Амстердам, на этот раз в Москву. Или последнюю платочку. Сейчас будем уходить на Павловск, на Лосево, на бесплатную.